Продолжает работу крупнейший аграрный форум Беларуси. Сегодня на Белагро выбрали лучшую буренку. Претенденткам, а это племенные коровы молочной породы, нужно соответствовать целому ряду критериев, но главным образом привлекательно выглядеть и давать хорошие удои. У победительницы коровы-малышки это едва ли не рекордный показатель – 14 тонн молока в год. Состязание проводят ежегодно, оно демонстрирует успехи отечественной селекции. Каждый год новые животные. Каждый год животные повышают свой продуктивный потенциал. 8,5-9 тонн молока – это потенциал. А мы работаем над тем, что уже говорим о 10 тысяч, но мы смотрим экономику. Вот племенная работа должна быть увязана с экономикой, чтобы была себестоимость молока, затраты корма были невысокие. Что в целом, когда мы сегодня, а мы экспортная страна, чтобы мы смогли продавать сегодня на экспорт наше молоко, оно должно быть и качественно. Это тоже задача селекционеров. В последние годы качество белорусского молока заметно выросло, идет постепенный переход к классу экстра. Об уровне племенной работы говорит и высокий спрос на белорусский скот. Среди покупателей – Казахстан, Россия, Грузия, Узбекистан.